Еще раз. Я вас плохо слышу, Филипп, но... пожалуйста. Отлично, спасибо. Вам каска нужна? Да. Да. Каска мне необходима. Блин, мне надо было одеться один в один, как, например, чел. Отлично, это то, что нужно. Спасибо, Филипп. Ничего не потеет. Ну, видите, я немного расстегнула и... Запатия, вы знаете, да, только это я и вижу сейчас. Тогда бы никто не понял, если бы я что-то сделал. А я нет. Такие классные. Наверное, сейчас она, там организатор спадра. Давай узнаем. Ничего, да, блин. Секунду, я сейчас телефон... Смотри, что у меня есть. Опа. Я не знаю, какие позвуки. А, ну и понятно, явно хороший человек, да, раз тебя защищает. По-моему, кто-то ворует вода. Эй, Сига, ну чё ты? Сига, ну как дела? Ну, короче, не знаю. У Сиги очень плохо дела. Да бывает, бывает. Давай отойдем. Давай отойдем, Томми, сейчас, давай сюда. Давай. Так, у нас есть небольшая проблемка, моя хорошая. Мотор, здорово, мотор. О, я хочу сказать, стопарик. Ты слышишь меня? Сказать, что это, да. Что это. Ой, Николас. Это чисто байкерский прикид. Да. Николас, ты просто в обычном своем костюме пришел. Нет, это не обычный. Это... Хотя бы трукан из черепка или что-то надел. Да не, это пики, да, типа, пики, типа, Моторхед тупо, да. Пики точеные. Да, еще он почерпнет. Не, не точеные. Это моторхедовский, металлический. Это кожа, в которой я в Нью-Йорке там. Стальные пики. Очень нестандартное решение прикрыть сиськи. Кто ты сказал сиськи? Сиськи? Кто сказал сиськи? А костюм так молодо выглядит. Топчик вообще, у тебя костюмчик. Мне прям нравится. Да, смотри, у вас тоже. Молодит. Да, вот да, вкусно пахнет, что ты восьмым, да. Господи, как мне в затылок нравится. Так, сейчас я попадаю. Чем ты подойдешь? Подожди, мужики. Томми, брат, Томми. Да, иди, Томми. Ебать. Как, уже в 29 лет? Дик! Да, Томми. Дик. Да. Все, давай здесь, мы здесь. Давай здесь. Слушай, мне кажется, как-то опресновать. Минуточку внимания. Да. Минуточку внимания. Здесь есть мужчина бородатый с повязкой на один глаз. Очень срочно нужен. А вон он стоит, вон он. Там это ты? Вон он. Вот он. Давай покажем на него пальцы, давай, вот он. Какой, вот это? Покажите, что на него пальцы. А, вот это с плеткой, да? Нет, оставайтесь там, ошибочка вышла. Так, где-то, иди сюда быстро. Какой, Ник? Я что ли? Да, иди сюда. Давай, так, иди, давай. Господи, извините. Можно я сделаю? Трахаться когда будем? Господи. Здорово. Меня зовут Стальной Майк. Слушай, точняк, шапка. Так, где жених? Жених, блин. Ну, конечно, гуляю. А где жених? Гуляем, о, да. О, мелкий а мальчик, а я вас искал. Жених сбежал. В смысле, я не мелкий? Да, что? Жених. Да нет, я звонил вам. Чего? Ничего. Да не-не-не-не-не, тебя слышно плохо просто. Блять, всех, блять, мне говорят в ухо прям. Жених, пойдем, идем. Это пиздец как плохо, чувак. Давай ты от меня уйдешь. Хочешь решить проблемы? Проблемы? Слушай, сегодняшние проблемы, я думаю, они позади. Да, да, что они позади. Так что, в принципе, спасибо за предложение. Я думаю, все хорошо будет.
Или ты хочешь решить другие проблемы, финансовые? Я имею в виду вообще все проблемы, которые у вас есть. Что такое? Ты хочешь предложить мне в костюме шахида взорваться? Может, я буду заботиться? Бутылку поставить, слышишь? Вы пока не готовы к этому. Здрав, спасибо за 2 месяца. Решить все мои проблемы. Других вариантов я пока не знаю. Ух! 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 Ух